куртка. Угу. А, это еще хуже. Это еще хуже. Не пчела, это аша. Если я не ошибаюсь. Да, это аша. Я не знаю, что это куртка. Мне кажется, она сама себя обманывает. Ну, а так всегда бывает в себе. Движение жертвы в сети всегда будет приводить к наматыванию деятеля сети на тело. Абсолютно такой же принцип, допустим, в рыболовных сетях. Ну хорошо, рыба зацепилась в одной точке за сеть. После этого она начинает биться, и что происходит? Ну да, она просто заматывается. Вы съели бутерброд. Что с бутербродом произойдет? У вас желудки, а затем кишечник. Он переварится. То есть полимеры с поточенного намера. А дальше произойдет всасывание сквозь стенку кишечника. Как питается паук? Он сначала переваривает, а потом он переваривает. Именно так. Пищеварительный сок. Паук впрыскивает прямо в тело жертвы. И жертва начинает переваривать внутри. Внутри себя. И для паука одна единственная задачка остается. Ну, жертва там, конечно, начала перевариваться. Но вдруг такая полупереваренная жертва куда-то взяла и уковыляла. Ну и ищи ее потом, когда она хорошо переварится. Поэтому что делают пауки после того, как ударили жертву? Они связывают, чтобы далеко не убежало. Так? Обматывают паутину. И после этого вопли они сразу есть эту жертву. Нет, они просто подождут, когда подействуют пищеварительные соки, когда жертва внутри как следует переварится. А после этого спокойно выпьют, никакую не кровь, а переваренные ткани. Должен вам секрет сказать, ваше тело питается ровно таким же образом. Так что нечего крови тронуться и делать вид, что это что-то ужасное и противное. Это ужасно. Это ужасно. То есть жить вообще ужасно или как? И про то, как работает свое тело, лучше вообще ничего не знать. Ага, это славно. Тогда не удивляйтесь, что некоторые действия в вашей взрослой жизни неожиданно будут приводить, но к самым неожиданным результатам у вас что-нибудь начнет отваливаться. Не в физическом смысле этого слова, а уши от плавания отпадут. Да? А вот печень, почки, сердце, сосуды начнут выходить из строя. Потому что вы принципиально не хотите знать, как они устроены, как они работают. А хотите делать то, что лично вам хочется, лично вам кажется приятным. Учтите, то, что кажется приятным человеку, отнюдь не всегда подходит для работы его организма. Вот человек делает все приятно. Делает, делает, делает приятно. А потом у него бабах, он крякит, цистит. И все остальное. Полный набор проблем. Если хотите такое для себя будущее, ну, флаг вам в руки, барабан на шею, вперед. Вперед к медицинской койке, которая после 25 лет просто гарантирует. Вперед к полной зависимости, а хуже от каких-нибудь целителей, которые вас так исцелят, что потом доктора не помогут. Так что давайте.